жаль, ко мне, обращи лети. Настроение празднику задавал народный коллектив «Берегиня». Вместе с артистами знакомые с детства песни пели все присутствующие. Вечер удалось наполнить по-настоящему семейной атмосферой. Эти праздники еще празднуются со дней жизни моей бабушки. Она всегда готовилась к этим праздникам. У нас семья была очень большая. Бабушка всегда пироги пекла, с медом блины были. Тамбовчане всех возрастов с удовольствием отгадывали загадки, участвовали в играх и конкурсах, а малыши перевоплощались в сказочных персонажей. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Календарно три спаса – медовый, яблочный, ореховый – разделяют две недели, но на городских праздниках эти три дара природы объединились. Яблочко хорошо, а с медом лучше. С наступающими праздниками! Традиционно соседи и друзья встречают скорую осень и урожай не только гуляниями, но и угощением. Без вкусненького не остался никто и в этот раз. После вот данного старта на зеленых площадках города Тамбова будут проходить такие же праздники, где будем одаривать людей прежде всего вкусностями, которые выращивает наш богатейший черноземный регион. Праздники православных спасов и сладкое угощение ждут горожан в скверах и парках Тамбова каждый день вплоть до пятницы. Павел Юрасов, Николай Иванов, Тимофей Слатвицкий, «Область новостей».